Сегодня мы на кухне. Как вы поняли, я человек занятой. Готовлю быстро-скоро и за один раз не одно блюдо, а несколько. Первое блюдо – это будет мясо по-министерски сегодня, а второе – домашняя колбаска, детская и взрослая. Что нам нужно для мяса? Все будет запекаться в духовочке. Вот смазали утятницу, любую формочку, сковородочку, смазали растительным маслом немножечко. И укладываем первый слой. Это картошка. Вот две штучки мы уже нарезали, почистили, нарезали. Вот она готова. Первый слой. Немножечко присолить. Вот так. Второй слой. Это будет мясо. Мясо куриное филе, одна штучка. Я его порезала как на отбивные, но отбивать не стала, потому что она и так мягенькая. Это же курица, тем более магазинная. В духовке мясо проведет с картошкой минут 40, потому оно точно пропечется, будет готово. Солим. Если у вас нет маленьких деток или диетчиков, добавляйте перец. Черный, свежемолотый, вот этот слой. Затем лук нарезанный, тоже две штучки. Все у нас тут так, на глазок. Так. Теперь можно добавить слой майонеза. Сами мы его готовили, или берите магазинный, или же сметану, или ничем не смазывайте. Сверху будет сыр, он даст нам красивую румяную корочку. Есть еще вариант натереть сыр, переслоить его с майонезом, смешать, и этим уже покрывать сверху. Мы делаем по старинке, вот такой классический рецепт. Немного посолить. Теперь выкладываем ананасы. Прямо так, колечками целыми. Чуть-чуть прижали. И засыпаем сыром. Будем отправлять в духовочку. Я уже сказала, на полчасика, минута 40-50. Для того, чтобы не подгорел верхний слой, там где сыр. Два варианта. Либо накроем фольгой, либо включим нижний тен, чтобы нагревал духовочку. Так. Первое блюдо у нас ждет своей очереди. Все будем запекать одновременно. Мы же экономим электроэнергию, не гоняем духовку зря. Вот оно ждет своей очереди. Я вам пока расскажу, покажу, что мы будем делать дальше. Ну, во-первых, на столе видите, наверное, уже это же мясо, колбаса. То есть подготовка идет уже к пасхальным праздникам. Вот я уже прикупила такие формочки бумажные, и вы будете видеть в магазине, покупайте. Будем заранее тренироваться готовить пасочки. Очень простые, безопарным способом, на сметане. То есть можно будет давать и маленьким детям. Поехали. Что нам нужно для колбаски домашней? Вот детский вариант. В равных пропорциях курица. Я порезала ее ножиком просто. Свинина. Это фарш на крупную сеточку. Кусочки сыра вот квадратиками порезаны. Это моцарелла. Чеснока один зубочек. И сушеная петрушка, совсем немного. Также будем добавлять соль. Вот по вкусу, как на глаз, как вы сами солили. Немножечко сахара, совсем немного. И пару ложек холодной воды. Это один вариант. Вот взрослый. Тут кусочек сала, грамм 100, порезанный ножиком на маленькие кубики. Чеснок 2 зубочка. Сушеная петрушка, укроп, можете добавлять черный перец, кориандр, мускатный орех и мясо, свинина вот перемолотая, полкилограмма. Можно нарезать ножичком, но в этот раз мы поленились, уже к Пасхе нарежем и покажем. Вода холодная, грамм 100, соль, сахар. И вот такие продаются в любом супермаркете, на рынке, в мясных отделах продаются подготовленные кишечки. Они не вонючие, они чистенькие, соли засыпанные. Можете за них не переживать, они полностью готовы. Так как мы не хотим доставать мясорубку, все тут шуметь-греметь, мы просто отрезали кусочек бутылочки от боржоми, сделали такой рожок. И палочка для суши, ею будем проталкивать, и кишечка будет одета сюда. Вот, посмотрите, как мы с оператором уже начинили колбаски. Готовим наше блюдо в духовку. Вот у нас мясо по-министерски или по-французски, как его называть. Картошка, лук, мясо, ананас, сыр, домашний майонез. Пожалуйста.
И вот какие у нас получились красивые колбаски. Их нужно обязательно булавочкой вот так потыкать, потыкать частенько, чтобы они не лопались в духовке. Будем выпекать около часа, 40 минут на 180 градусов. Ну, посмотрим до готовности. Вот это у нас с зеленью, то есть фарш, там мясо, сало, зелень, соль, перец. Вот эта колбаска у нас с сыром, тут прямо видно, вот квадратики сыра, кубики. Твердый сыр хороший, моцарелла, чеддер, вот такие. А это с черным перцем, мускатным орехом, кориандром, такая хорошо посоленная, как для взрослых колбаса. До встречи через 40 минут. Вот какие замечательные блюда у нас получились. В духовке они провели ровно час. Температура 180 градусов. Обязательно нужно прокалывать, потому что из них и воздух, и вода, наверное, и жирок выделялась, все время стекала, скапывала. С сыром немножко больше запеклись. Можно раньше доставать. Это с перцем, это с травами. Готовьте, как мы. Готовьте лучше нас. Всем приятного аппетита!